Форум «Мир должен быть доступным» прошел в Нарьян-Маре. Он проходит в окружной столице во второй раз и посвящен вопросам доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Участие в мероприятии приняли органы власти и представители Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Форум «Мир должен быть доступным» в Нарьян-Маре стал ежегодным. Его организаторы, региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, считают, что первый опыт проведения данного мероприятия дал отличные результаты. Это очередная возможность прямого диалога с властью. Я могу сказать, что доступность в нашем округе, на четверочку. Действительно, я не хочу говорить, что как многие говорят, у нас климатические условия такие зимой. Этого не должно быть. Город должен быть доступен во все времена года. Работа ведется, программы принимаются, и я думаю, что скоро наш город будет доступен. В работе форума участие принял председатель Архангельской областной организации общества инвалидов. Он поделился с коллегами опытом, как организовать работу, а главное – добиться результатов, чтобы среда проживания действительно стала доступной и удобной для всех. Наша задача не столько наказывать и не только пропагандировать доступность, но и сопровождать учреждения, предприятия на всех этапах. От первой точки, что не так, что сделать, до точки сделано, сделано хорошо, сделано правильно. Чтобы были и делать это не только для людей с инвалидностью, но и для всех людей. Чтобы это было удобно любым людям, пожилым, мамочкам с колясками, беременным женщинам, полным людям. Евгений Викторович имеет большой опыт работы в этом направлении, поэтому на семинаре, который состоялся в рамках работы форума, рассказал присутствующим, как грамотно организовать сотрудничество. Вам нужно знать самые основные моменты, что не так. Все остальные нюансы придем мы, посмотрим, и с заказчиком, с предприятием, с организацией выявим все нюансы, все мелочи, все недостатки и пропишем с этими организациями подробный план, что делать, когда делать, как делать, и поможем в процессе. Председатель окружного собрания Александр Лутавинов в своем обращении отметил, что в последние годы в округе большое внимание уделяется вопросам доступности среды. Появляются пандусы, кнопки вызова и многое другое. Уровень культуры и социального развития общества определяется отношением к инвалидам. Я хочу сказать, что государство и общество всем обязаны проявлять внимание и заботу к людям с ограниченными возможностями. В целом, зрелым, в развитом обществе инвалиды чувствуют себя наравне со здоровьем, со всеми другими членами общества. Они активно участвуют в образовательном и трудовом процессе, в политической, социальной и культурной жизни, то есть во всех сферах жизни общества. Кроме того, Александр Лутавинов отметил, что в адрес правительства депутатами окружного собрания было направлено письмо с просьбой включить в программу по льготному зубопротезированию в рамках бесплатной медицинской помощи инвалидов, независимо от возраста, а также пенсионеров. Ольга Руссул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».